Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби 2. Начинаем, как обычно, с ивента. Сейчас заработаем немножечко денег и пойдем на основную сюжетку. Надеюсь, сегодня мы сможем ее пройти. Так, я вижу, ребята, у нас там зомби с факелами. Так что надо быть аккуратненьким и сразу желательно тушить ихние факела. Так, капельки мы пока с тобой оставим, а вот и идут архаровцы. Опачки, а у нас оказывается ульта, поэтому они сразу все замораживаются и, соответственно, у всех гаснут факела. Отлично. Это нам очень даже на руку. Что такое? Что там пишут мне, роднулечки мои? Так, спасибо за удобрение. Так, одни капельки. Я что, должен одними капельками здесь воевать? Нет, так дело не годится. Так, скорострелы давайте, давайте, наяривайте. Во что бы то ни стало. Так, ты посмотри, а. Идут и идут. Я еще разок потушу им факела. Нечего им тут гулять и наслаждаться, да, нашими полями, нашим огородом. Они же его топчут, топчут. Так, вот эти вот зомби тоже вредные, которые будут у нас постоянно выбрасывать кости, да. И из них будут вырастать надгробия. Так, секундочку, что-то очень-очень много на самом деле капелек. Мне нужны грохострелы. Так, спасибо за удобрение. Это, конечно, все мило, но дайте мне в кон... Вот, вот. Так, ну что, все редки у нас с тобой заставлены грохострелами, поэтому теперь просто будем тупо их замораживать, да, и уничтожать. О, уже еще один грохострел поставили. Вообще замечательно. Я думаю, шансов тут у зомби нет. Даже те, которые появятся, я все равно их буду замораживать. Хе-хе-хе. Отлично. О, еще грохострел. Так, может быть, мы с тобой сделаем все-таки в два рядка. Так, тихонько, там у нас и идут. Ага, с факелами. Ну, я думаю, далеко они не уйдут. Мы их быстренько, хоп, и заморозили. Так, у нас, кстати, 10 тысяч уже с тобой нас накоплено голды. Но этого мало. Попробуем сегодня 28-й день пройти, как писали подписчики, с помощью ореха. Галактический орех, который будет у нас, ребята, стоять под ультой. Надеюсь, что это нам как-то поможет. Там суть в чем? Чтобы наши растения не утащили в воду те самые рыбаки, да, со своими противными удочками. Так, пора, по-моему, тратить удобрения. У нас их вот так уже много здесь, да? Давай, поехали. Все, это, по ходу дела, последние зомби были. И мы с вами прошли этот уровень на изи. А по-другому не назвать. Так, теперь главное, чтобы нам повезло с пиньятами. Перекати поле, еще. И 1000, ну всего лишь 1000. Слушай, я, наверное, переиграю. Да? Никто не будет против, если я переиграю. Так, поехали. Ну, давай посмотрим, что на этот раз нам дадут. То же самое задание или какое-то будет по-другому немножко? Нет, то же самое, друзья, поэтому я думаю, даже может быть на ускорении. Хотя, подожди, у нас с тобой... Да, у нас на капельке, к сожалению, закончились удобрения. То есть теперь не будет заморозка всех зомби подряд. Придется выкручиваться. Ёлки-ты-палки. Ладно, будем надеяться, что у нас все равно получится пройти. Хотя это будет намного сложнее. Так, давай-ка быстрее горхострел бомби. Сюда поставим. Так, а эти, конечно же, выпускают еще, друзья мои, кости. Кости, и эти кости превращаются в надгробие. Тоже не есть хорошо. Так, ладно, сюда поставим с тобой капельку. Слушай, нам нужно вот этого уничтожить, по-моему. Как-то по-быстренькому. Надгробий, конечно, очень много. Это все вот эти вот зомби, да, ребята. Именно они выпускают те самые кости, которые почему-то превращаются в надгробие. Слушай, и тут, наверное, придется нам еще с тобой ульту зарядить, потому что иначе мы тут запаримся с тобой пробивать все это. Ты посмотри, что творят, а? Ты посмотри, что они творят. Без устали бросают свои косточки эти. Блин, мне даже никак и не заморозить их, если честно. Где растения? Где мои удобрения, в конце концов? Дайте удобрений. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что-то слишком-слишком близко они подходят.
Слишком близко. Блин, ты посмотри, что происходит. Эй-эй-эй, потухни. Заморозься. Так, неужели нам придется с тобой использовать... Хотя нет, пока еще вроде бы нормуль. Но очень напряженно. Очень напряженно. Своими силами без ульты, конечно, тут сложновато играть. Так, давай здесь заморозим. Блин, хотел только поставить сюда капельку и на тебе. В два ряда, естественно, вставим с тобой наши скорострелы, горохострелы. И заморозочку. Ну вот это вообще, конечно, наглость. Ты посмотри, сколько костей они выплевывают. Просто все заставили меня здесь. Зашибись. Просто все заставили. Сейчас еще пойдет следующая волна. И я не знаю, как мы тут... Да ну! Ты си... Так, этих нужно замораживать. А пока, ребята, есть такая возможность... Вот. Применяем ульту. Ага, отлично. Пробили немножко с тобой ряд здесь. Так, секунду, секунду, секунду. Надо вот этих замораживать. Да что такое-то, я не могу понять. Вот, сработало. Так, здесь тоже замораживаем. Да, здесь уже посложнее, согласись. Первый раз мы с тобой прошли вообще на изи. Без особых проблем. Но тут, как видишь, проблемы. Тем более вот эти вот, которые бросают кости. Больше всего раздражают. Может быть нам... Нет, ульту я, наверное, придержу. Удобрение, да? Потому что еще будет одна волна. Давай, 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 вот она пошла. Этих надо сразу тушить, чтобы они с факелами тут не шли. Давай сюда поставим. Так, куда бы нам бомбануть? Может быть наверх? Давай наверху, наверное, стрельнем. Так, еще одно удобрение нам выпало. И давай вот сюда, наверное, сделаем. Хотя мы могли бы с тобой через, ребята, через капельку, да, под удобрениями просто потушить им всем факела. Мы, наверное, так с тобой сделаем. Факела и заморозка будет массовая. Да, вот так-то будет оно получше. Так, ну что, остается тут единица от зомбарей. Ну и мы их с тобой разбомбим. Все, в принципе, победа, можно сказать, за нами. Последний зомби упал. И мы с тобой опять же открываем три пиньеты. Давайте, давайте, ребят. А, этот сейчас пока оттает, упадет. Только в этом случае засчитывается. Но у нас, смотри, у нас с тобой 11 тысяч голды. Да? Сейчас мы посмотрим, что нам на этот раз выпадет. Так, погнали. Лазербин, 3 штуки. Перекати поле и опять 1000. Да что ж ты будешь делать? Ну, ребят, всего лишь одну попытку дают нам переиграть, да, уровень. Больше, к сожалению, не могу. А так бы, конечно, с удовольствием бы еще разочек сыграл бы. И так до бесконечности, пока бы у меня не было бы 200 тысяч золота. Ой, это 28 уровень, просто не могу. Я как подумаю о нем, мне ж плохо становится. Так, что у нас тут с тобой есть? Блин, вот жалко, что орех у меня не имеет. Не имеется орех, да, на огороде, у которого была бы ульта. Чтобы я его ставил сразу без удобрения, он бы сразу делал бы защиту. Но ничего не поделаешь, давай попробуем все-таки. Неохота в холостую тратить деньги, которые я копил, копил с большим трудом на самом деле. Они мне тут на хляву не достаются. Ох, господи, давай попробуем. Я надеюсь, он этот орех не подтянет к себе. Будем надеяться на это. Так, да еще не забывай, что нам нужно с тобой сохранить 5 растений. Если мы уничтожим, ну, эти зомби, то мы с тобой сфейлимся. Кого мы можем с тобой поставить? Можем влепить арахис. Можем. Зомби в шлемах тоже вредные, но ничего не поделаешь. Так, подсолнух. Мину брать не будем. Возьмем с тобой галактический орех. Я думаю, может быть, вот этого взять, а? Может быть, нам взять вот это растение с тобой. Гипногрипп. А, ну это понятно, ребят. Гипногрипп лучше не трогать, потому что у нас, как еще раз повторю, 5 растений всего. Там потом начинается лютая беготня. Этого тоже не будем, наверное, трогать. Или же стоит... Вопрос интересный, может быть банановую бомбу взять? Она нам поможет? Точнее даже это не бомба банановая, а ракеты банановые, да, получается? Так, 3 стрел поможет нам здесь как-то? Фиг его знает, у нас еще не забывай, всего лишь там 2 свободных местечка. Банан можно улучшить, кстати. Может улучшить его, а? Давай улучшим. Дамаг 1250, да, окей.
Что еще нам поставить? Ну, возьмем кувшинку, это понятное дело, да? Я не знаю, может быть, взять нам защитника. Но защитника опять же могут уничтожить. Даже и не знаю. Просто не знаю. По идее, тут водолазы будут. Блин, вот эти вот самые вредные, это вот эти вот чудики. Против них обычно мы применяли с тобой перец. Это обычно, но... Да, мне, наверное, придется взять здесь перец все-таки. Ай-яй-яй. Ладно, возьму водоросли. Фиг с ним. Я знаю, что мы 5 растений с тобой, если потеряем, я не знаю, задание будет пройденным считаться или нет. Наверное, нет. Наверное, нет, поэтому, блин. Давай возьмем с тобой магнит. Хотя, зачем он мне нужен? Магнит. Лук. Лук, он может остановить, да, зомби? На какое-то время. Но он же опять одноразовый. Наверное, все. Вот здесь бы как раз бы капелька. А, мы можем капусту с тобой взять. Она у нас тоже ультовая. Да и вроде бы все. Больше нам, не знаю, боулинг еще. Поехали, ребят. Будем пробовать вот как-то таким вот макаром. Я знаю, что это будет очень люто сложно. Ну, другого варианта я не вижу. Другого варианта я, к сожалению, пока не вижу. Как еще тут можно бороться с ними? Попробуем через орех. Как я уже и говорил, будем выставлять его, да? Соответственно, ставить его под удобрение. Под удобрение, чтобы мы могли его атаковать. Так, капусту, что ли, вызвать? Вызвать нам капусту? Нет, лучше я, наверное, все-таки вот так вот. Арахис призову. Так, нам нужно как можно быстрее все здесь заставить. Наверное, сделаем 2 редка с тобой здесь вот. Вот так вот. А они наступают, ребята, по всем фронтам. Подсолнухи мои, как всегда, что-то не особо меня радуют. Погнали. Так, секунду, секунду, секунду. Неужели придется капусту использовать, а? Так, что там за прибой, шум, волны? А, понятно. Давай ставить орехи. Сейчас не забывай, что в любую секунду может, ребят, случиться страшное. Выйти эти зомби и все, и тут начнет. Так, удобрение получили. Давай с тобой вот так вот сделаем защиту. Потому что буквально сейчас они должны появиться. Ух, так, давай этого подобьем. Ой, куда же ты? Нет, не так надо было делать. Вот они, кстати, и рыбачки, друзья мои. Вот они и рыбачки. Да господи, мне нужно рыбачков подбить, дать удобрение. Удобрение получили, делаем с тобой здесь защиту. Так, еще давай капусту одну бомбанем. Вот так вот. Да хорош ты уже тут. Еще одну капусту. Бомбят, бомбят, ребята, они. И еще капусту. Эй, тихо, 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 тихо. Да ну хорош. Будет сегодня удобрение у меня или нет? Да уж будет у меня удобрение, как же. Мечтай. Так, вот этого надо уничтожить. Так, ребят, защиту. Повышаем защиту. Фух. Ах, напряжно-то как. Давай напряжно, ребята. Что? А что случилось-то? Я, честно говоря, не увидел. Кого у нас подбили-то там? Переигрываем, конечно же. Переигрываем. Как быть? Защита, ребята, что-то не помогает. Капуста не помогает. Что делать тогда? Вот объясни мне, пожалуйста. Вроде все было нормально, да? Как там, что получилось? Я, честно говоря, не успел увидеть. А потом, ребят, когда буду просматривать это все дело, обязательно увижу, что же там не то. Что же там не так получилось-то у нас. Так, ладно, орех оставляем с тобой. Кувшинки, магнит, наверное, я уберу. Потому что, ну, я просто им не успеваю воспользоваться. И что здесь? Тину, если только взять.
Подожди-ка. Мы проиграли, потому что, да, у нас ребята уничтожили растения. А, я знаешь, что сделал? Я, ребята, сам сфейлил. Я уничтожил 5 капуст по ходу дела. Выкопал их. Из-за этого мы и проиграли. Вот я дурил это, а? Точно, точно, из-за этого мы и проиграли. Тогда я даже не знаю, что делать. Серьезно тебе говорю, я просто не знаю. 3 стрел. Сможет ли он нам здесь помочь? Хоть как-то. В принципе, может он нам помочь. Так, а арахис уже здесь нам как бы и не нужен, получается. Лазербин. Взять чертополох. Фух. Нет, наверное, мы с тобой не чертополох возьмем, а Аки. Слушай, а Аки видит у нас водолазов этих или нет? Ладно, поехали. Будем пробовать. Так можно тут до второго происшествия рассуждать. Сможем, не сможем, получится, не получится. Все надо делать, ребят, все надо проверять. Мне вот хочется посмотреть, что вот этот вот у нас делает. Что это сейчас он сделал такое? Я так и не понял. Но нам надо кликать на него. Насколько ты помнишь, да, он тратит энергию солнечную. Он тратит солнечную энергию, но тем самым наносит офигенный урон. Он наносит офигенный урон. Ну-ка, давай посмотрим. О, видишь, как он сжигает. Кстати, возможно, мы сможем с тобой с помощью вот этих растений пройти. Может быть. Опять же, все под большим-большим вопросом. Пока будем применять, пока есть такая возможность. Но видишь, зомби, которые идут более-менее крепкие, сильные, да, он их не может уничтожить легко и просто. Так, 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 так. Ага, а водолаза мы не видим, да? Мы водолаза, к сожалению, не видим. Тоже не есть хорошо, получается, тогда. Так, вот он явился, не запылился. Давай по нему. Вжариваем. А где удобрение? Это хотя бы первое наше удобрение-то будет или нет? Ну, мне... вот оно, ребята, первое наше удобрение. Естественно, я его использую. А вон там у нас и... Как ты видишь, водолазы. Давай жарить. Так, пока защита у нас срабатывает, мы вроде чувствуем себя более-менее хорошо. Единственное, что у меня, ну, просто не хватает места. Так, а ну-ка давай еще разок. Ну, какой водолаз этот. Не водолаз этот, рыбак крепкий. Крепкий, ребята, серьезно тебе говорю. Так, ну что? Попробуем, наверное, так побомбить их. Да? Но все равно другого варианта пока нету. Йоу, парасоте. Я что-то не то сделал, друзья мои. Я не то сделал. Надо было ставить-то на этот. Ай-яй-яй. Так, у нас с тобой осталось всего лишь 3 растения. Почему так мало? А? Давай, поехали. Хоть что-нибудь получится у нас сегодня или нет? Как ты думаешь? Давай, 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 давай. Трачу деньги просто со скоростью света, друзья мои. Так, вот этого надо. Ё-просте. Ну? Водолазы эти ушастые хмырёныши. Их нужно подбивать. Давай, Аки, бомбани разочек. Окей, хорошо, бомбанули. Так, мы можем с тобой даже вот так сделать. Ну-ка, бомбани, пожалуйста, банановая бомба. Почему только по одному-то? Этого вот так ушатаем? Вот, друзья мои, фух. Я потратил ровно половину своих финансов на прохождение 28-го дня. Ну, слава богу, хоть прошли. Уже радость для меня. Fly Fishing. Получили с тобой достижение. Все, ребят. Надеюсь, впредь таких испытаний больше не будет. Потому что доктор Замбос нас ждет, ты понимаешь? Доктор Замбос, которому я хочу навалять хорошенечко. Так, ну что, переходим сразу на следующий уровень. Давай посмотрим, что нас тут будет ожидать. Ну хорош, хорош, Ромашка, что-то ты опять тут заглючила у нас. Да.
Тут у нас вообще вода полностью. Так. Ага. Ну, здесь, по крайней мере, я так понимаю, нет никаких ограничений, да? Там 5 растений, 6 растений, хоть сколько растений выставляй. Поэтому я возьму перец, возьму гипногриб сюда, возьму вот этот вот арахис, боулинг возьмем, крокодильчик обязательно. Лава-гуава нет, ты нам здесь не понадобишься. Хм, кувшинку. Да, самое-то главное, это, конечно же, подсолнух. Опс, подожди. Да ну-ка. Оу, ребята, это, то есть, получается, мне за 2500 нужно... За 2500 мне нужно с ними справиться? Ты серьезно? Ты вот сейчас что, прикалываешься, что ли? Я не понимаю. Как опять это все сделать? Водоросли возьмем, да, с тобой? Ну и как это будет выглядеть? Я ума не приложу, ребят. Ну, надо пробовать, пытаться. Пробовать, пытаться. Ну, начнем, наверное, с боулинга. Так, поставим сюда кувшинку, поставим сюда. Банановую бомбу поставим, наверное, да? Все, у нас деньги с тобой закончатся, и дальше пиши пропало, получается. Крокодильчиков. Не дай боже, здесь эти будут еще водолазы опять. Будет труба полная. Че, пробуем? Погнали. А может быть, здесь надо было просто бананы выставить и именно ими защищаться? Как вариант, такое могло быть. Так, ну что, давай. Нет, здесь пока мы сами справимся. Блин, вот этого водолаза я же не вижу. Как быть-то? Ага, ну-ка. Упс. Подожди, зачем? Мы вот так можем бомбануть? Можем? Опа, блин, а он мне... А он мне банан захомутал, ребята. Так, мы можем с тобой как? Блин, не получается, да, к сожалению. А ну-ка давай. Воу-воу-воу-воу. Идите вы в лес. Так, хорошо, предположим, первая волна у нас, да, сейчас пройдет. А ну-ка. Бамс, бам. Вон он, ребят, этот рыбачок никудышный. Да, вот тебе и рыбачок никудышный. Вот тебе, ребята, и рыбачок никудышный. Так, что он дальше нам с тобой замутить? Давай попробуем так, наверное, сделать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Суша пошла. Пошла суша. Так, я этих попробую сдуть. Ну куда ты там опять со своей этой ерундовиной? Блин, да что ж ты будешь делать, а? Банан-то не хотелось бы потерять, а... Ой. Идет. Так, а что? Почему... Почему так кисло-то? Ну, прошел же уровень, ведь прошел же. Только не говори, что не прошел. Блин, все деньги, потраченные трудом, слил практически на две миссии. А дальше-то что? Дальше еще хлеще будет. Да, дальше еще хлеще будет. По-моему, у нас, ребята, 30-й и 31-й день это будет последний. Можно я выйду на карту, немножко передохну и посмотрю, что у нас там есть. Я хочу посадить еще новые растения. Потому что ячейки у нас с тобой освободились. Ха-ха, господи. Так, ага, у нас с тобой пиньятушка светит. Потом какой-то вот этот вот уровень странный, страшный. Зачем я сюда зашел? Вот объясни мне, зачем я зашел сюда, когда мне нужно зайти на огород? Ах, рычк, давай зайдем с тобой на огородик и посмотрим. На огороде, говорю. Никак не понимает с первого раза. Да, у нас с тобой освободились ячейки. И давай посмотрим, что мы тут с собой. Вот, орешек. Так, ромашка. Древний горохострел и фасолинка бобовые. Так, а ты-то что, радуешься? Хм. Ну, в принципе, лук. Лук, чеснок вообще нужно, по идее, тратить самыми первыми. Потому что я, на самом деле, в них не вижу никакого эффекта. По крайней мере, на воде от них точно толку нету. Так, ну что же, поехали.
Последний день перед боссом у нас. Нет, не последний, вру, ребят, предпоследний. Надеюсь, без условий. Лишь бы без условий, остальное все. Блин, как же без условий, ага. Должны мы с тобой спасти этих крокодильчиков, блин, горелый. Ну, мы должны с тобой этих крокодилов спасти. Вот теперь сиди и думай, как. Ну, возьму банан, потому что банан нам пригодится здесь. Возьму подсолнухи, мина. Мина нам бесполезна здесь абсолютно. Возьму боулинг. Тина, жалко, Тина у нас с тобой одноразовая. Так бы она очень хорошо помогала бы, да? Сразу там по 5-6 чуваков в воду уносит. Так, подсолнух я взял, это я взял. Можно взять перец, наверное, да? И... Подожди-ка. Перец. Вот это, конечно, неплохо выручает тоже, да? Бомбит не по-детски. Блин, ну как эти крокодилы здесь? А, давай-ка мы с тобой возьмем орех. Орех с защитой. Вот этот галактический. Ну и, наверное, кукурузу, что ли, взять? А зачем нам кукуруза? Чтобы их просто станить? Глупо, да? Тупо. Нет, лучше мы с тобой возьмем, наверное... Аки, может быть, взять. Чтобы он бомбил там издалека всех. Да, наверное, Аки возьму. Как вариант. Поехали. Попробуем. Ах ты, елки-палки. Да-да-да-да-да. Забыл совсем про кувшинку. Совсем забыл про нее. Тогда придется вот так вот. Слушай, а зачем я взял вот это вот? Скажи-ка мне, арахис мне тогда не нужен здесь? Я возьму Аки лучше. Пробуем, друзья мои, блин. Всего лишь две ячейки у нас с тобой, да, свободные. Естественно, придется здесь выставлять подсолнухи. Чтобы, если их даже утаскивали, то не крокодилов. Крокодилов нужно беречь, как зеницу ока. Это меня раздражает. А эти уже гаврики бегут, ребята, они уже бегут. Уже довольные там орут. Давай водоросли с тобой поставим. Так, орех нам желательно вот сюда влепить. Подальше, да? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, боулинг-то я взял. Я взял, по-моему, боулинг. Эх, как вы долго бомбите. Вот серьезно говорю, они очень долго, ребята, их уничтожают. Что такое? Да ёк-каламане. Эй, погоди, а не слишком ли, блин? Да что ж такое-то происходит-то? Что сделать-то? Я просто растерялся, друзья мои. Я просто весь растерялся и сдуем их отсюда. Сдуем. Пошел, прочь. Пошел прочь. Так, удобрение я взял. Удобрение-то я взял, а толку-то? Давай, крокодильчик. Выпускай своих маленьких крокодильчиков. Ах ты, гаденыш. Смотри, что делать. Он уже, друзья мои, утаскивает. Дудки тебе. Так, боулинг. Конечно же, нам нужен боулинг, чтобы он нам помогал. Так, утопи его, пожалуйста, а. Так, подсолнух у нас без этого, да? Что нам еще нужно, наверное, один подсолнух. Так, хорош там хрустеть уже. Хрустит он мне здесь. Так, Аки, ты будешь бомбить? Да он бомбит, но этот-то у нас под защитой. Поставим водоросли сюда. Так, боулинг нужен. Боулинг или Аки, одно из двух. Но я лучше боулинг поставлю. Что там такое? Блин, знаешь, что еще нужно? Нам нужно с тобой накопить на банан, по идее. Ну, если мы хотим с тобой тут нормально, чтобы у нас все было. Так, ребята. Сейчас закончится у нас с тобой. Уничтожит, да? Нет, не уничтожил. Так, подожди, а волн-то тут будет. Ё-моё, целая куча. Да хорош. Сейчас пробьют же, друзья мои. Они сейчас пробьют мне тут все, что можно и нельзя. Давай, Аки, бомби. Все не то. Придется так вот их сдувать. Сдуваем. Перец, мне нужен перец, друзья мои. Ох, разгуляй пошел, ребята. И зря я, конечно же, не взял с собой. Че я там не... Блин!
Да, сейчас придется запускать, ребят. Хочешь ты этого, не хочешь, придется запускать. И защиту выставляем, потому что эти там уже опять наяривают. Смотри, что они там творят. Так, водоросли давай. Жалко без ульты, еще раз говорю. Так, сюда с тобой выставим. Кого-то вроде как утащили под воду, но я не могу определить, кого. Так, а наверху-то вообще у нас никого нету, зашибись. Дай-ка я, наверное, так вот. Блин, я не могу. Я не могу там почему-то применить эту. Так, водолазы, давайте. Я уже все путаюсь, ребят. Я же не понимаю, что я говорю. Какие-то водолазы. Опять. Это, кстати, последняя волна, друзья мои. От нее все зависит. Где удобрение? Дайте удобрение, блин, хоть одно. А мне ничего не дают. Они мне вообще ничего не дают. Блин, горелый. Ну, хоть дайте мне хоть перец в конце-то концов. Так, вот, спасибо за удобрение. Так, что я могу здесь сделать? Кто там шурует? Блин, понятно, кто там шурует. Сделаем с тобой вот так вот. Эй, подожди. Блин, горелый. Давай сюда, наверное, бомбанем. А тут-то как быть? На замороз... У меня не хватит, ребята, у меня не хватает. А крокодильчик-то съедят. Таким, блин, образом-то. Нет, не успели съесть. Все, проиграли. Сфейлился, потому что съели крокодила. Ребята, я не знаю, как здесь быть без финансов. Если только зайти на огород, что-нибудь там для себя хапнуть. А что ты хапнешь для себя там? 10 геймов потратить для вот этого ореха? Стали, кстати, замедляшка нам может пригодиться здесь. Возьмем, наверное, с собой вот этот цветочек еще. В принципе, можно как-то... Давай я потрачу сюда, фиг с ним, ребят. Пускай он созревает. Все, без него будет плохо нам. А с ним будет попроще немножко. Денег нету, понимаешь, да? Я не смогу здесь ничем воспользоваться. И заработать мне в данный момент негде. Но этот уровень надо как-то пройти. Фух, сложно-то как, елки-палки. Ладно, давай посмотрим, что мы с тобой можем замутить. Возьму сталью, да, замедляшку. Возьму это. Как вариант, давай с тобой сделаем имбовую команду. Так, смотри, короче. Возьму сюда и лук, и защитников возьму. Возьму сталью, возьму орех. Орех этот нафиг не нужен мне. Так, вот подсолнух бы еще был бы у нас с тобой под ультой. Это было бы вообще великолепно. Так, возьмем перец. Сам не знаю, для чего я его уберу, но надо взять. Так, где у меня стали? Так, этот же у нас тоже под ультой, да? И... Подожди, а, сталью я взял. Мина нам, наверное, здесь не понадобится. Банан, скорее всего, возьму. Ух, это будет... Это, ребята, будет жестко. Ах ты, елки-палки, опять кувшинка же нужна. Ну что ж ты... Вместо лука, ну лук же хорошо их станет. Очень даже прекрасно было бы, да? И всех застанивать. Так, защитник будет их отбрасывать всех. А защитник может на кувшинке стоять? По-моему, может. А перец этот, я даже не знаю. Давай, наверное, сделаем с тобой вот так. Гипногрипп хорош был бы. Ладно, ребят, а, подожди-ка, что же я так... Мне же нужно еще... Чтобы кто-то сверху бомбил. Че, неужели от перца отказываться и брать нам... Блин, боулинг. Что-то как-то подозрительно у нас тут с тобой получается. Ладно. Будем пытаться. Офига сделаешь, друзья мои. Ничего другого я пока здесь придумать просто не могу. Крокодильчиков этих защищать нужно любой ценой. Их никак не убрать, никуда не передвинуть, сам понимаешь, да? И в этом большущая огромная проблема. Могу вот так вот сделать замедляшечку. Так, мы с тобой сюда вот поставим. Зачем я так делаю, не знаю сам. Ладно, фиг с ним. Нам нужно подсолнухи. Подсолнухи, очень много подсолнухов. Соответственно, и защитники нам. Зачем я его поставил, если он сразу ультует? Так, мы можем... Блин, сталь это здесь, конечно, не в тему.
Зачем я вот сюда, блин? Орех, ты здесь не нужен. Давай замедляшку. Вот так вот. Ох, сейчас они мне тут съедят все, да, и пройдут. Так, что не хватает нам? Что-то нам не хватает. Ага, пришли рыбачки. Пришли рыбачки. Давай опять замедляшку с тобой здесь включим. И, в принципе, можно, наверное, выставлять. Так, а вот этот цветочек что интересно делает у нас? Ага. Вот так вот он бьет лучом. Причем довольно долго бьет, но этого недостаточно, чтобы уничтожать. Так, ну что, боулинги пошли. Боулинги пошли. Давай еще с тобой применим сюда. На всякий случай поставим замедляшку. Так, погоди-ка, нам надо вот сюда вот подсолнухов побольше выставить. И боулинг, чтобы тут у нас везде был. Да, на втором ряду именно боулинг будет хорошо себя чувствовать. Так, хорошо, что они очень-очень замедленные пока были. Давай еще замедлим их. Это мне как бы на руку идет, офигенно, на руку. Так, и главное не прозевакать тот момент, когда у нас закончится защитная аура от орехов. А то мы с вами можем так лопухнуться. Так, давай замедлим. Нет, не получится замедлить. Так, давай прожигаем лучом. Я банан взял, Мне нужно только... только накопительный. Блин, придется вот так вот сделать. Сюда кувшинку и замедляшку. Не хочу просто на своей территории этого делать. Ёпрсты. Явились, блин, не запылились. Что нам тут с тобой сделать? Да ничего. Нет, я могу, знаешь, вот так вот сделать. Давай, 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 давай. Бамс, бамс, вот. Отлично. Еще одно удобрение. Естественно, я трачу его на орех. Я трачу на орех. Твою ж налево, явился, блин, не запылился. Давай, давай, но этого, наверное, не хватит, да, чтобы его прожечь. Не хватит ведь? По-моему, не хватит, придется делать замедляшку. Выставлять сюда орех. Ну-ка, оттолкни его отсюда, подальше. Достал он уже тут в корень. Так, боулинг. Давай сюда поставим с тобой. Оу, куда ты его... куда ты его тут сбросил? Успели, да, вроде бы бомбануть? Отлично. Так, давай... блин, кувшинки нету. Кувшинку поставим сюда и нашу сталью. Пускай они тут все замедлятся, кедрень фени. Так, по-моему, пробили, да, ребята, они? Они пробили здесь, как мы видим, проход. Поэтому срочно орех ставим, чтобы у нас была опять защита. Так, смотрим дальше, что тут у нас. Я ни одной взрывчатки не взял, да, к сожалению. Замедляшку, срочно, срочно сталью. Давай вставлять. Да ёпрсты, ну в чем проблема-то? Не пойму. Так, а если вот так вот сделаем? Кого ты поставил-то, Рэй? Ну зачем ты сюда этот цветок поставил? Ну, он тут вообще не в тему. Короче, пора ставить банан. Пора ставить банан и уже бананом разбираться здесь. Это бредятина получается здесь. Так, стали я. Давай срочно тебя выставлять. Тут надо замедлять. Ребят, процесс этот. Так... выкапываем здесь подсолнух с тобой. Зачем я его выкопал? Это объясни мне, зачем я его сейчас вот выкопал? Орех, срочно выставляем орех. Так, защита. А почему? Эй! Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй! Кого? Кого я могу сюда поставить? Ребят, я никого не могу влепить, понимаешь? Он идет. Твой... блин, я не успел, всего лишь чуть-чуть. Зачем я не выпустил сразу движок моторный? Блин, дурак. Ой, господи, так сфейлится, ё-моё. Этот вонючий осьминог, а.
А мне сейчас некого ставить. Все, приплыли, блин. Без защиты, без всего. Денег шиш. Трындец. Ничего применить не могу. На арене... О, 3600 заработал. Так, 90 гемов, 40 конфет. Да. Это хорошо, конечно. Это все хорошо, это все замечательно. Сколько у меня? 99 гемов всего лишь. Всего лишь. Как, блин, быть-то, а? Ну, сейчас уже понятно. Я упустил что-то тут, какие-то новости. Сейчас я упустил свой момент, да, друзья мои. И как бы сейчас я переиграть даже не смогу, потому что у меня не хватит даже растений ультовых. Хотя вот если... Ага. Что нам тут достанется? Ну, сам смотри, очень много чего не нужно. С этими орехами вряд ли я смогу справиться. Но эти орехи он все равно утащит ведь под воду, так? Я имею в виду эти рыбаки. А может быть попробовать? Ну, у нас замедляшки нет теперь стали, которая очень хорошо помогала. Хм. Три стрелы зарядить. Прикинь, мы будем его выставлять, он сразу будет ультовать. Он сразу будет ультовать. 8 гемов потратить. Или не стоит. Или все-таки лучше подождать, когда у нас все это само по себе зацветет, созреет. Блин, так обидно, а. Такой был, ну, вот, классный бой на самом деле. И так свалился. Я просто растерялся, начал что-то искать. Надо было просто газонокосилку отправить и все. Мы бы их уничтожили бы, этого гаргантюа бы снесли бы, да. И у нас бы осталось бы там пару зомбарей разбить. И все, и волна была бы пройдена. Нет. Начал дергаться, блин. Вот и додергался. Ну вот как вот, смотри сам. Что мы тут с тобой можем сделать? Давай еще раз посмотрим, просто-напросто. Глянем так навскидку. Еще один бой с тобой, может быть, проведем. Да? Без денег, без всего, своими силами. Эти рыбаки бесявые. Ну и как это нам начать? Нам главное защищать крокодилов. Возьмем, вот был бы у меня перец бы. Было бы совсем все по-другому. За счет перца. Давай возьмем банан с тобой. Возьмем лук. Уже, как говорится, всех будем с тобой использовать. Так, орех. Орех. Ну, пускай будет орех, возьму сталью сюда. А подсолнух. Так, боулинг, предположим, я возьму, да? И вишневая бомба. Вишневая бомба, в принципе, тоже здесь хорошо бы зашла, на самом деле. Ставишь кувшинку, бабах, и там нету. Так, а мне нужен орех галактический. Галактический орех вместо кого поставить? Вместо вот этого, наверное, ореха, да? Вместо древнего. Но древний сразу с ультой. Ладно, ребят, попробуем. Ах, ты кувшинка еще. Твою налево, все время про нее забываю. Че, лук убрать, что ли? Лук, 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 лук. Или что? Или сталью? Нет, наверное, все-таки. Лук, он замедляет, да? Стали замедляет. Давай, наверное, стали уберем с тобой и возьмем кувшинку. Ой, играть так играть. Погибать так с музыкой. Поехали. Вот был бы у меня вот, ребята, под ультой, под удобрением мой бы древний подсолнух, да? Еще было бы проще. Мы с тобой бы сейчас бы денег бы назарабатывали бы здесь, обустроились бы капитально. И никто бы нам здесь ничего не сделал бы. Понимаешь, да, о чем я? А так вот, ну, смотри сам. Я выставлю сюда орех. Орех. Первым делом надо будет, естественно, его вставить под удобрение. Это первым делом. Пока боремся. Пока боремся своими силами. Как у нас тут получится, я не знаю. Будем пытаться. Так, вот оно, ребята, первое наше удобрение, которое мы сразу же используем сюда. Дальше применяем лук. Сразу же все, что мы можем с тобой здесь применить. На суше будем применять. Так, они грызут. Они грызут, друзья мои. Науки камень. Да что ж ты. Давай, наверное, с тобой вот так вот сделаем. И надо выставлять уже боулинг.
Причем этот чувак, который бросает своих осьминогов, да, он может перекинуть через даже наш барьер. Вот это меня, вот, честно говоря, раздражает. Че он там глючит-то, чувак? Чесночку нанюхался, да? Он нанюхался чесночку. Я так и понял. Так, кувшинок нам нужно побольше с тобой. Нам нужно с тобой просто побольше кувшинок. Ох, какое газовое облако-то полетело. Я прям внюхаю это все дело. Так, давай, отлично. А, нам нужно с тобой, знаешь что, поставить как можно больше банановых ракет. Банановых ракет, куда ты их, блин, поставишь? Объясни мне, куда я их поставлю тебе? А куда-то надо. Стоит он, конечно, бешено. 475. Но он того стоит. Так, главное не прозевакать, ребята, защиту. Как защита только спадет. Так, банановая бомба. Давай, применяем. Бананы, бананы. Так, запашок. Оп, чувак даже, который плыл, и тоже обомлел от этого чумного запаха. Слушай, может быть, я не знаю, на Гаргантюа будет работать наш лучок? Или не будет? Блин, бомба плохо не там сработала, где надо, и не как надо. Окей, давай проверим. Ага, она работает на всех. И это хорошо, это большой плюс. Так, где... Подожди, а я не понял, а где у меня... У меня что? Понятно. У меня он, оказывается, был на суше, да, поставлен? Да иди ты... Блин, горелый, а? Давай трави их там, я не знаю, газами там, чем хочешь. Есть. Фух. Подрывчик такой, да, небольшой. Так, этот там все бомбит, все рыбачит, рыбачок-то этот. Боулинг, давай, почему вы не справляетесь, а? Ну, дай-ка я им там дыхание... О, вот такое вот. Сделал им. Слушай, сейчас пойдет последняя волна, мы подготавливаемся именно к ней. Давай-ка я сюда бомбану. Вот так вот. Вот сюда мы поставим с тобой кувшинок. Побольше заранее. А на бомбу я так и не накоплю, да, получается? А, мы можем с тобой, знаешь, как сделать? Смотри, хитро. Сделаем так. Не хватает. Блин, не хватает, съели уже. Так, ну я могу вот так вот их... Ух! Так, не забываем, ребята, про защиту. Надо ее постоянно контролировать. Так, ну-ка, бумкнем. О! Да, вот он этот голодранец идет. Давай быстренько перец. Опа, все. Так, здесь лучок мне не помогает. Давай вот так вот через вот кувшинку. Ага, я вижу, друзья мои. Погнали. Тут еще Гаргантюа же будет, не забываем об этом. Вот он. Вот он, Гаргантюа, и вышел. Вот именно сфейлились мы на нем в тот раз с тобой. Так, давай, быстренько под ультой. Сейчас бросит свою эту кикимору. А почему мы его не уничтожили, эй? Да ладно, сработал что ли? На-кася. Так, сюда мы перец с тобой применяем, на-ка. Отлично, так. Лучка, нюхни-ка. Не может быть, друзья мои. Не может быть, что мы с вами сейчас пройдем. Я даже никогда бы не подумал, что лук так хорошо мне поможет. Намного лучше, чем сталь. Ну, нет, сталь на самом деле лучше, но лук вообще обездвиживает врага. А сталь их замедляет. И посмотри, как долго. Прекрасный лучок, ребята. Недооцененный, как говорится, овощ. И все. Вот так вот. Вот такая вот комбинация, ребят. Сам в шоке на самом деле, но видите, все по чесноку. Прошли. Ой, господи. Бедные мои нервы, пожалейте их, ребята. Ну что же, забираем с тобой пиньеточку, смотрим, что он оттуда выпадет. И идем на последний, нет, не последний. Доктор Замбус будет, по-моему, на каком там, 31 день, по-моему, какой-то там тотем мы с тобой зарабатываем, да? 100 монет. Так, 3 кувшинки. Ага. 4 водоросли.
И все, да? Ну что же, погнали сразу на следующий уровень. Хочется побыстрее посмотреть, что здесь. Лишь бы никаких условий. Меня уже достали эти уровни с условиями, с какими-то там. Там защити, там прикрой. Ну, тут вообще зашибись. То есть суши нету, все на воде. Ой-ой-ой-ой-ой. Все на воде. Ага, ага. А как я... А, тут даже вот, ребята. Вот оно что. Тут мне... Подожди-ка. В плане, даже не даете мне подсолнухов? Вы сейчас серьезно, что ли? Я понял, на что они рассчитывают. Они рассчитывают вот на эти вот фасолины, да? Чтобы они ели, якобы. Блин, горелый. Так, ну нам нужен чертополох. До него надо накопить еще. Видишь, пока он светится, он будет нам давать с тобой потом солнечную энергию, когда мы его подобьем. Когда мы его подобьем? Когда это будет-то? Это начнется именно сейчас. Видишь, да? Каждый раз мы в него стреляем, и каждый раз он выдает свою энергию солнечную. Правда, мало дает, но тем не менее, все равно. Так, давай их топить всех тут к ядрене фени. Упс. Не, ну один чертополох, я не знаю как-то, ребят, ну не серьезно это. Это не серьезно. С одним чертополохом играть. Да дайте мне еще так, блин, я не успею, наверное, накопить. Так, здесь у нас идет чувак с удобрением. Они все мои эти съедают. Так, ладно. Энергию солнечную, блин, ну вот как вот я так должен вот зарабатывать на него? Вот, спасибо, хотя бы еще один чертополох. Сейчас пойдет дело побыстрее. Вот, спасибо за удобрение. Так, солнышко зарабатываем. Так, пускай жует. Пускай жует. Так, поставим сюда, наверное, с тобой орех. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Придется, наверное, так вот сделать. Другого варианта я не видел просто-напросто. Опять эти, блин, водолазы. Шмакандразы. Секундочку, нам нужен с тобой орех. Нам нужен с тобой здесь вот. Опа, опа. Видишь, кто там уже? Там уже рыбачок стоит. И вытягивает орехи мои бедолажные. Так. Пускай вот этот жрет. Куда ты его тут тащил, гаденыш, а? Блин, я накоплю еще на чертополох себе на один. Или так и буду здесь заниматься ерундой. А? Да. 31 день, блин, лучше не придумаешь. Давай сделаем с тобой вот так вот. Так, секунду, секунду. Что, вода прибывает? Прибывает, ребят, прибывает вода и... Прибывает вон тот чудик. Попробуем его бомбануть вот так вот. Да, я не спорю, тратил газонокосилку. А что делать, ребят? Другого варианта не вижу. Давай этого утопим, достал там уже стоять. Как-то, конечно, очень паршивенько у нас получается с вами. Тактика вообще никудышная. Я не привык вот солнце получать за счет каких-то, блин, фасолин. Понимаешь, да, к чему я? Для меня это как-то дико. Так, давай-ка мы с тобой вот этого, наверное, утопим. Поставим с тобой вот сюда кувшинку и поставим сюда орех. Нам нужно вообще с тобой прикрыться полностью везде орехами. По идее, да? Пускай вот... Ах ты, опять этот. Только увидел, сразу утащил. Гаденыш этакий. Ну-ка. Блин, не хватило, что ли? Так, а у нас с тобой деньги уже появились. Ёлки-палки, я совсем забыл, что у нас есть с тобой немножко финансов. И мы можем, ну, на худой конец, если что, отбросить их. Точно. Эй-хе-хе-хей. Парень, тут ты нам не нужен. Вот так вот мы с вами сделаем. Ну, пока, ребят, пока, на время. Сам видишь, все очень сложно. Ну вот этого-то, блин, бомба... Топить его нафиг, ядрень фини, он достал тут уже. О-во-во-во-во-во-во-во.
Явился, блин, не запылился. Давай. Окей. Это последняя волна, поэтому можно здесь полностью тратить всю ульту. Давай еще разок. Ну. Готов, парень. Ну, друзья мои, справился я с этим 31-м днем. Только что на ваших глазах. Больше пужанулся на самом деле. А оказалось все довольно-таки просто. Ну и вот теперь, уже, да. Фух, теперь уже будет доктор Замбос. И давайте посмотрим, что он из себя представляет, что он там будет делать. Ведь он же будет. Да-да-да-да-да, именно он, друзья мои. Ух, Квазимода ты. Поехали. Так, посмотрим. Очень не терпится глянуть. Пока, может быть, даже первый бой будет фейловый, потому что пока разберусь, пока допетрю, что нужно делать. Угу. Так, Дэйв Пенни, что вы мне скажете? Все хорошо, да? Ладно. Ой, акулы. Акулы. Чего? О, друзья мои, мне эта карта знакома. Растение против зомби-героя, помните? Легендарная карта. Так, что же он делает? Ё-моё, я, кажется, понял, что он делает. Я, кажется, понял, что он сейчас будет делать. И то, что мне кажется, мне это не совсем нравится. Так, крокодильчики. А что он делает? Он всасывал сейчас только что, да, по-моему? По-моему, да, что-то он всасывал там. А ну-ка, если мы так сделаем с тобой. Так, водоросли обязательно нужно использовать. Кувшинки, все как полагается. Не забывай про эти. Про бомбы-то, про мои. Забываю про банановые бомбы. Ой, куда он ее утащил? Вот он, гаденыш, а. Он их усасывает. То есть затягивает, да? Так, ну-ка давай. Отлично. Тут, наверное, надо нам везде водоросли побольше делать. Так. А для чего нам дают столько много кувшинок выставлять? В чем прикол, друзья мои? Не пойму. Так, слушай-ка, секунду. Опа! Опа! Что делает акул? Ты понял? Эй, выставил банан, называется, на свою голову, дурила. Так, что ж ты будешь делать? Вот это да, вот это босс, вот это хитрожопый, а? Давай выставим с тобой вот так вот. Бананы, бананы. А если я буду бомбить именно по боссу, это будет как-то? Даже не успел ничего проверить. Будет, там не будет. Давай вот сюда вот. Ой, ой, кто идет, друзья мои? Кто идет? Гаргантюа водяной. Кто еще тут может идти? Банановая бомба в атаку. Бум-бум-бум-бум. И все мимо, да? И все не туда, куда надо. Замечательно просто. Давай ульту. Еще ульту. Да блин. Да смотри, что делать, а. Господи ты, боже мой, а. Ну как же быть-то? Я могу их оттолкнуть, в принципе. Оттолкнем. Так а что мне это дает-то, блин? Ну оттолкнул я. Бановая новая бомба, блин, я уже заговориться стал. Хоть урон-то наносит вообще или нет? Я, честно говоря, ничего не пойму. Ну. Давай этого страхолюда. Отлично, бомбанули. Псих-то недоразвитый, а? Ржет, издевается над нами. Банан, давай бомби. Банана, банана. Давай бомби, говорю, банана, банана. Ё-моё. Они тут по всем фронтам идут. Их целая куча. Почему не сработало, ребята? Почему не сработало? Блин, жесть. Что тут? Что делать надо? Давай, я не знаю. Тут лютость. Что за босс, зомбосс, а? Какого лешего? Ну как тут? Давай вот сюда бомбить, что ли? Я не знаю уже куда.
Блин, ты понимаешь, у нас вон там нет с тобой защиты вообще никакой. То есть они сейчас просто пройдут. А, он своих тоже понял. Понял, друзья мои, что он делает. Он своих, оказывается, тоже поглощает. Сейчас будет самое жесткое, по ходу дела. Сейчас будет самое жесткое, потому что последний, я смотрю, ребята, у него это идет. Не надо, зачем ты их поглощаешь? Что он там делает? Куда уплыл-то? Бананы давай. Банана. И всех слопал. Замечательно. Красавчик, елки-палки. Ох, красавчик. Угу, давай. О, явились. Ребят, целая новая партия зомби, как мы видим. Давай ульту, срочно ульту применяем. Так, сюда вот так, наверное, сделаем. Все это, наверное, было зря. Все это было зря, напрасно. Денег у меня, к сожалению, больше нету. И это очень грустно. Да зомбосу там осталось-то, ёпрасоте. Ну, на один-два выстрела. И все, ему крышка должна быть, друзья мои. Ну, да неужели, да неужели. Твою же налево, а. Фух. Wave goodbye. Вот тебе и goodbye. Твою же налево. Аж до истерики, блин. Фух, друзья мои. Да, это было сумасшествие, точно, Дэйв. Но, слава богу, мы прошли. Господи, я боюсь представить, что дальше будет. Я даже боюсь представить. Сколько нервов, сколько всего, а. Куда ты опять полетел? Куда ты опять полетел, а? А что там, интересно, за следующая локация? Континии. Ну и куда мы с тобой попадем? Так, квест комплит. Нам, по идее, должны дать пиньяту с вами. Ну-ка, давай посмотрим, что нам в ней достанется. Так, 500 монет. Спасибо, ребят, первая 1000. Так, боулинг булт. Нам достается кувшинка. И... так, понятно. Морская водоросль. Крокодильчик. Так, чуть-чуть не хватает, чтобы его проапать. Банановая ракета. И все, да? То есть каждого дали нам понемножку. Ну, хоть что-то, ребят, хоть что-то. Так, а теперь хочу посмотреть. У нас открывается с вами Modern Day. Это что такое еще? Ох, елки-палки. Используем ключик. Да, что этот уровень, что этот уровень. Как видим, все 5 перчиков. То есть, развлекайся, называется. Хм. Ну, давай начнем с первого уровня. Хотя бы глянем, что оно из себя представляет здесь, друзья мои. Вы это наверняка знаете. Мне кажется, что это опять огород Дэйва. Да, огород Дэйва, только здесь что-то, мне кажется, будет жестко. Так, какая-то тревога поднялась у них там. Что, обычные зомби, что ли? Да ладно, ну, наверное, они какие-нибудь суперусиленные, скорее всего. Так, давай посмотрим. Возьму я, наверное... нет, чеснок, ты... хотя... да, чеснок тоже возьмем. И вот этого возьмем с тобой потратить, чтобы чисто... чтобы я мог что-нибудь другое посадить. И, в принципе... в принципе, нормуль, да? Этого, я думаю, будет достаточно. Более чем. Нет, нам нужен кто-то еще. Дальнобойный, так скажем. Можно... давай возьмем вот так вот. Все, поехали, друзья. Угу. День первый. Наши дни, да? Уровень называется. Наши дни. Оп, просто. Просто поставили валун с тобой посреди огорода. Ну, правильно, так и надо. Так, давай мину сюда зарядим. Первобытную. Древнюю, дикую. Понятно, зря я поставил его раньше времени, да? Получается, чеснок. Он, по идее, по ходу дела, сдувает этих зомбарей всех. Подожди, а что я делаю? Мне нужно, блин, подсолнухи высаживать. А я занимаюсь не тем, чем надо. На самом деле. Молодец, ничего не скажешь.
Мне нужно высаживать подсолнухи. Хотя бы первый ряд. Там уже... Ну, посмотрим, что он делает. А, вот он как. Он их не сдувает. Он, оказывается, в них дует. Он их обездвиживает вообще полностью, как... В принципе, действует как лук. Только, как сказать, перекидывает их на другую линию. Окей. Так, подсолнух уже хотел сказать. Давай, работай. Арахис, два брата-акробата. Давай-ка мы его туда наверх сдуем, чтобы он грыз науки камень. Так, лаву-гуаву можем сюда выставить спокойненько, вообще не напрягаясь. Все, валунами тут заклепали. И боулинг, конечно же, друзья мои. Боулинг вперед и с песней. Тут-то, конечно, все по красоте. Тут все очень по красоте у нас получается. Первый день, я думаю, вообще никакого напряга не будет. Пройдем на изи. Кстати, надо было посмотреть, сколько вообще здесь денечков. Именно в этих локах. Ну, растения там какие-то интересные будут даваться. А что это, я не помню? Это что такое? Почему мину мы ее откинули? Что это за трещина такая? Вылезла здесь. Эй! Шмоньки! Что за дела? Я не могу понять. Какие-то разломы ни с того ни с сего тут появляются посреди, блин. Эй-эй-эй-эй. Парень, сдуй-ка отсюда, а? Вот, правильно, туда вон, иди, на мину. Там тебе и место. Можем еще вот так вот даже сделать. Помочь ему. Угу. Не надо похищать. Слушай, этот... как бы его назвать-то по-правильному? Вот этот вот разъем, да, это вот трещина временная. Мне кажется, вот здесь будут зомби со всех этих идти. Со всех эпох. О, да-да-да-да-да, ты смотри, тут даже зомби с бочкой из, по-моему, какой там пиратской локации, да, он? Ну да, вот он пират. Ёлки-палки, а я-то думал, что все тут четенько, все на изи, конечно, на изи. Так, придется запускать. А зачем я его использовал? Ой, чего? Ты видел, что там произошло, ребят? Какой-то мелкий, как его звать-то, попугай просто взял и утащил валун. Ты прикинь? Валун взял вот этот орех и утащил. Музыка мне нравится. Музыка мне нравится, блин. Сейчас мне будут тут... Оу! А ты-то, блин, откуда взялся здесь? Сейчас... Ой, фейл, ребята. Поиграли. Даже первого уровня не прошел. Ой... Знаешь, почему не прошел? Потому что я был на расслабоне. И я, честно говоря, не был готов к тому, чего я увидел. Естественно, я буду переигрывать, но первый уровень я должен пройти. Должен. Вот только как? И кем? И чем? И зачем? Ладно, что-нибудь сейчас с тобой придумаем. Начинается тогда беззаботливо. Значит, чеснок, иди отсюда. Это тоже иди отсюда. Возьмем с тобой бомбу вишневую. Она нам поможет, я надеюсь. И самый любимый, кто у меня? Я даже не знаю, кто у меня уже тут самый любимый. Гипногрипп, может быть, взять. Так, а зомби с бочками тоже вредные. Зомби с бочками. Наверное, возьмем нашего защитника по старинке, как обычно. Ну что, попробуем, ребят, сыграть вот такой командой. Так, орехи, орехи утаскивают. Пускай будет так стоять на страже. Так, нам нужно с тобой, естественно, подсолнухи. В первую очередь подсолнухи. Потом, ну, вишня и этот халапеньо нам пригодится для именно для защиты уже, когда враг будет появляться вот здесь, на этой территории. Может быть, нам в два рядка... Нет, два рядка это слишком много, да? Или нормуль? Если мы два ряда подсолнухов сделаем. Просто эта трещина появляется где-то вот здесь, вот она слишком... Рядышком, слишком близко. Если бы она вот тут появлялась, да, базар нет. И к тому же, блин, знаешь, что нам сюда надо было взять с тобой? Вот только сейчас я понял. Нам с тобой здесь нужно было взять персик, который вырубает машины. Ну, всю эту зомбятинскую электроустановку всякие там. Ты понял, короче, о чем я, да? Вот, что нам с тобой нужно было сделать. А я что-то забыл про это дело совсем. Ой-ой-ой-ой-ой. Там же эти толкатели пойдут. Там машины, ты видел, да, которые
эти защитные поля делают. Точно, точно, точно. А вот уже так быстро. А чё так быстро-то? Блин, это плохо, что вот так вот быстро оно все тут появилось. Я даже еще, грубо говоря, не успел ничего поставить. Иди ты отсюда. Слушай, нам надо с тобой как-то здесь защищаться. Нам нужно защищаться, нам нужно с тобой здесь выставлять все. Все, что только можно. Взрывать, подрывать их. Всячески защищаться, короче. Угу. А, так, секунду. Здесь нам не хватает чего? Боулинга нам не хватает. О, трещина сместилась, друзья мои. Трещина сместилась, и тут мы уже видим пирата. А этот будет похищать, да? Конечно же. Как же. Без него тут проблем не было. Ну-ка, бомбанем. Окей. Так, везде мины с тобой по нас такой. Вот куда ты идешь? Так, их ошпарило? Нет, их не ошпарило. А вот так, если? Окей, нормуль. Вот она, это, блин. Ребят, машина пошла. Началась музычка. Бодрая такая. Ты понимаешь, да, к чему она? К чему эта музычка бодрая? Бумс, бамс, везде взрывы, везде кипиш, суета. Наверху меня вот сейчас напрягает этот чудик. Поэтому, наверное, вот так вот с тобой сделал. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, погоди секунду. Что нам... Да, мы его уже уничтожили. Ну что, первый день... Ага, хотел сказать пройден. Ну да, в принципе, пройден. Мы уничтожаем с тобой вот этого зомби. И вот с этим разломом, я чувствую, мы тут с тобой хапнем горе еще много. Что это за такой цветочек? Что он делает? Я не знаю, ребят. Это такое, а? В чем твоя прелесть? Moonflower. Лунный цветок. Хм. Не знаю, друзья мои. Надо будет потом его протестить, я думаю, в следующей серии, да? С превеликим удовольствием мы это сделаем. Посмотрим, что он из себя представляет. Тут у нас еще квест комплит. Что мы тут с тобой выполнили? Ну-ка, можно посмотреть? А, пиньеточку. Ну, давай, с удовольствием посмотрим. Так, 100 монет. Ага. Два лунных цветка нам достается. И все, да? Не густо, конечно, не густо. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.